очень хотел построить карьеру как-то с помощью футбола своих родителей, ну, освободить от таких жизненных проблем финансовых и других. Не стал футболистом, но, возможно, с помощью футбола я стал человеком, какой я есть. Футбол любят многие мальчишки. Паша Ласкаев не исключение. В этом спорте он с самого детства. Из-за травм продолжить карьеру футболиста у Павла не получилось, но играть он все равно не бросил. Сейчас Паша учится в ЮРГУ и участвует в университетских турнирах по футболу. Сейчас это вот редкие турниры такие, а вообще это были планы о карьере. Это, ну, это и сейчас очень такое мое увлечение для души. Основная задача для Паши сегодня – получить высшее образование. Молодой человек всегда был неравнодушен к автомобилям, поэтому и профессию выбрал, связанную с увлечением. Для себя, чтобы разбираться в машинах. Чтобы, и мне это интересно, но мне пока я в этом только поверхностно. Скорее я хочу в них просто разобраться, чтобы, к примеру, там, вот купить определенную машину и собрать ее под себя. Помимо футбола, свою отдушину будущий инженер нашел еще и в творчестве. Паша выступает и гастролирует с хором автотранспортного факультета ЮРГУ. Ну, хор физически и морально – это работа. Сейчас, так как я староста, на меня потихоньку еще перекидываются другие дела. То есть не только я попеть сюда прихожу, не только пообщаться. Но это для души все равно. То есть это не мука. И все же свою жизнь Павел планирует связать со спортом. Он мечтает выучиться на журналиста и стать обозревателем футбольных матчей.